Всем привет, дорогие друзья! Яман отводит Сехер к психологу. Мы видели, что Сехер очень хотела вспомнить свое прошлое. К сериалу присоединился новый актер. Было довольно странно, что Сехер и доктор встретились. Это было как бы знаком новой любви или союза. Согласно информации, которой мне поделились, такого союза между Сехер и доктором не будет. Когда Фикрет включили в сериал, я сказал, что Фикрет не влюбится в Сехер, а будут использовать Фикрета, чтобы заставить страдать Ямана. Автор снова воспользуется для этой цели доктором. Преступник полон решимости снова расстроить Ямана. Мы слышали, что Яман сказал Сехер, что никогда не откажется от тебя. Яман сделал все, что, как он сказал, никогда бы не сделал. К сожалению, Яман откажется от Сехер ради счастья Сехер. Яман и Сехер не должны разводиться. Сехер должна помнить о своей любви к Яману. Не позволяй Яману больше страдать. Те, кто думает так же, как и я, пожалуйста, лайкните видео с помощью кнопки «Нравится». Вспомним, что Сехер говорила с Яманом и сказала ему, что не может вынести тяжести своей любви, потому что не помнит своего прошлого. Сехер расскажет доктору об этих чувствах и мыслях. В следующих главах врач может сказать, что Сехер находится под давлением потому, что не помнит, и что развод может быть хорошей идеей. Мы видели, что Яман взял кольцо из ее руки. Яман согласится развестись и покинуть Сехер, чтобы Сехер была счастлива и чувствовала себя лучше. Автор на самом деле хочет, чтобы Сехер влюбилась в Ямана во второй раз. Сехер волнуется, подходя к Яману. Как сказал Яман, подобно магнитам, притягивающим друг друга. Сехер и Яман подобны двум половинкам яблока. Мы все были напуганы, потому что доктор был таким красивым. Яман тоже будет бояться, но Яман сильно изменился. Предыдущий Яман не принял развод и запер Сехер в комнате. Теперь мы увидим, что Яман снова отказывается от любимой женщины ради любимой женщины. Сехер и Яман никогда не разведутся.